Всем привет! Сегодня по просьбам трудящихся хочу сделать обзор вот такого отбеливателя фирмы Hetman. Много спрашивали у меня, пользовалась ли я им или не пользовалась и какой эффект. Ну, я пока не пользовалась. Вот решила сделать обзор, так сказать, все в процессе сниму. Испытывать я буду вот такую футболку. Футболка когда-то была моей любимой. Когда-то была она кристально белой, за что я ее и любила. Но это, кстати, футболка чистая. Это она уже постиранная. Вот, в процессе стирок футболка потеряла свой белый цвет. Тем более живем мы в городе Металлургов в Кривом Роге. У нас здесь и воробьи красные, и лужи. Так что неудивительно, что вода тоже у нас с желтоватым оттенком. Не знаю, как в других городах Украины, но у нас вот так. Вот такие вещи получаются буквально после 2-3 стирок. Вот эту футболочку я испытаю. Потом специально нашла, чтобы была синтетика. Трусики тоже, когда-то они были беленькие, но в процессе стирок они совсем не беленькие уже, скорее серенькие. Еще взяла носочки. Ну, носочки тоже не настолько страшные, но тем не менее, вот места, сами следочки, они уже ничем не отстирываются. И специально взяла, чтобы было какое-то вкрапление другого цвета, посмотреть, как отбеливатель подействует на темный цвет. Обесцветит ли он его или, ну, как вообще себя поведет. Вот. Для эталона я решила взять новую футболку, абсолютно новую. Она еще ни разу не одевалась. Вот так я буду сравнивать. Вот. Вот так будем сравнивать цвет. Вот. Носочки. И трусишки. Вот такая красота. Посмотрим, что у нас будет в конце. Так, а что тут говорит наш производитель? Сколько же его нужно бросать в воду? Производитель говорит у нас на немецком языке. Открываем сайт, включаем переводчик и читаем. В общем, абракадабра, но из того, что я поняла, пакетик рассчитан на 7 литров воды. И выдерживать белье не менее часа. Затем мойте, как обычно, соблюдайте инструкции, тра-та-та, тра-та-та. В глаза не брызгать, не есть. Так, наливаем водичку. И сейчас мы засыпем наш порошочек. Ну, 7 литров я не буду наливать, я налью половину, где-то литра, думаю, 3. В общем, на глаз. И пол пакетика я засыплю. Посмотрим, что у нас получится. Опускаем наше белье. Размешиваем его хорошенько все. Иголочку, носочки, все-все-все. Вот оно какое страшненькое там. И оставляем. Сначала на 2 часа. Прошло 2 часа. Ну, за 2 часа особо ничего не поменялось. Белье серенькое, грязненькое, водичка, правда, такая вроде как грязненькая стала, хотя белье у меня все постирано было. Но грязи на нем не было. Возможно, вот как раз и выходит вот эта вся серость белья. Оставляю я белье еще на 2 часа, а потом приступлю к стирке. Постираю и все покажу, что он у меня получится. Так, сейчас мы будем сравнивать, что же у нас получилось. Вот наша футболочка новенькая, с которой мы будем сравнивать. А вот то, что у нас получилось. Ну, футболка побелела. Побелела, сильно побелела. Наверное, где-то на тон. Ну, в отличие с новой, отличие есть. Конечно, на камере вообще очень заметно. Вживую это не так даже заметно. Вот, она беленькая, в принципе, ее даже носить можно.
Я довольна результатом. Теперь сравним наши трусишки. Ну, они, конечно, серенькие. Серенькие и остались. Но я так думаю, дочка, наверное, их бросила с чем-то темным, и они скорее даже не застиранные, они просто полиняные. Хотя они тоже побелели. Вживую это гораздо больше заметно. И носочки тоже, вот где-то на тон все побелело. Даже следочки, вот которые совсем не выстирывались, они, конечно, остались желтее. Но что я скажу? В общем, результат есть. Средство работает, отбеливает. Я довольна. Могу рекомендовать. Все замечательно.